Самых целеустремленных судебных приставов Центрального федерального округа выбирают в Иванове. Наш город впервые стал местом проведения межрегиональных соревнований по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников службы судебных приставов. Из 18 команд участников по итогам соревнований выберут наиболее метких стрелков, чтобы они достойно представили округ и свои регионы на первенстве страны. В своей рабочей деятельности приставам не часто приходится применять оружие, но владеть им в совершенстве должен каждый из них. К счастью, на моей памяти у нас здесь не было необходимости никогда применять оружие. Я надеюсь, что такой необходимости не будет. Но в случае, опять же, необходимости, наши сотрудники сумеют хорошо пострелять, если это будет надо. Но будем надеяться, что стрелять придется только в рамках соревнований.